15 марта в нашей стране пройдет грандиозный праздник, на самом деле, для всего государства. Это День Конституции Республики Беларусь. В связи с последними событиями мы с каждым разом все больше и больше понимаем важность этого основного закона. 27 февраля, в день референдума, белорусский народ избрал верный путь, путь развития, приняв изменения и дополнения в Конституцию. Из этих изменений и дополнений мы видим то, что большое внимание уделяется молодежи, молодежной политике, а именно физическому, духовному, нравственному развитию молодежи. Мне как студенту это очень важно было услышать. И, конечно же, как студенту-историку очень важно было подметить, что все-таки в год исторической памяти в Конституции особенно подчеркнуто внимание историческому подвигу белорусского народа в Великой Отечественной войне. Конституция является очень важным документом в нашей стране. В нем внесены важные поправки в сфере здравоохранения, в частности, в 45-й статье. Ее влияние на жизнь студентов также имеет огромное значение. В частности, для меня Конституция обеспечивает мне бюджетную форму обучения, проживание в общежитии и получение стипендии. 15 марта 1994 года была принята Конституция Республики Беларусь. Это документ, который определяет вектор развития нашего государства. 27 февраля был республиканский референдум по дополнениям и изменениям в Конституцию Республики Беларусь. А для себя я выделил поправку о кибербезопасности, потому что благодаря этой поправке я могу спокойно сидеть в интернете и не бояться то, что мои данные куда-то могут пойти не в те руки. И еще будет ужесточено наказание для мошенников, которые воспользовались твоими личными данными.